Хотите, как в сказке про 12 месяцев, посреди зимы оказаться в зеленом лесу? Сейчас мы это устроим. Выезжаем из Щербинок по Арзамасской трассе или по объездной с автозавода без пробок. И вот мы уже в коттеджном поселке Green Forest. Он стал продолжением уже заселенного поселка Green Village, в котором мы с вами бывали не раз. На глазах зрителей программы «Домой» этот поселок рос. Сейчас в нем построено уже около 100 домов. Мы помним все веселые праздники, начиная с первого дня рождения поселка, и лично знакомы со многими жителями. В рейтинге малоэтажного жилья «Добросовестный застройщик», проводимого нашей программой в 2015 году, этот поселок стал лучшим в номинации «Коттеджная застройка». Green Forest, так же как его старший брат, входит в состав села Елховка со всеми вытекающими отсюда выгодами. А это возможность прописки, отсутствие дополнительных сборов на обслуживание, дорог, например, сельские тарифы на ЖКХ и так далее. Очень важно, что в соседнем населенном пункте в 10 минутах езды есть детский садик без очереди и школа. Детей из Green Village каждый день отвозит туда бесплатный школьный автобус. Но вернемся к герою сюжета. В Green Forest на охраняемой территории размежеваны участки от 10 соток. Одни из них граничат с лесом, другие в 50 метрах от озера. Для многих наличие водоема в шаговой доступности становится одним из решающих факторов при покупке земельного участка. Рядом с молодым поселком озера будет два – для рыбалки и для купания. Уже в мае начнутся работы по подведению электричества к каждому участку. Газификация тоже пройдет в текущем году. Но, конечно, лучше всего о преимуществах своего нового дома расскажет будущий жилец поселка. У меня подрастают две внучки. Хотелось бы, чтобы их и детство проходило в нормальном экологическом месте. Вот там, где, в принципе, можно сходить и показать, как растут грибы и где все-таки водится рыба. Лес подкупил, наверное, все-таки. Потому что на данный момент очень тяжело найти участки непосредственно в близости от леса. Я думаю, с весны, как только сойдет снег, начнем строительство. Если и вы выбираете место для загородного дома, самое время присмотреться к выгодным предложениям, пока цены еще заморожены. Green Forest. Продолжение села Елховка. 33 тысячи рублей за сотку. Только на три участка в январе скидка 15%. 423, 88, 23.